четверг, 25 апреля, Удмуртия простится с народным артистом России, бывшим руководителем ансамбля «Италмас» Анатолием Мамонтовым. Он скончался во вторник на 83-м году жизни. Прощание пройдет в Русском драматическом театре в Ижевске. В Ижевске на нескольких улицах ограничат движение транспорта. Связано это с проведением традиционной легкоатлетической эстафеты «Дружба». Она приурочена ко Дню Победы. Ограничивать движение будут на улицах 10 лет Октября, 40 лет Победы и других. Молодым педагогам в Удмуртии первые 3 года работы будут выдавать подъемные. До недавнего времени выплаты получали только специалисты сельских школ. Теперь мера поддержки в республике распространится и на городских учителей. В Удмуртии стражи порядка спасли от браконьеров почти 6 тысяч раков. Злоумышленниками оказались жители Башкортостана. Они добывали ресурсы на правом берегу Камы вблизи деревни Усть-Бельск. В багажнике их авто нашли также сотню рыб.